Друзья, всем привет! Вы на канале Мо. Так, в общем, комнату не сделали, вроде бы все хорошо. Сейчас пойдем выполнять задание трейдеров. Это зачистка третьего этажа и убийство слепого охотника. Начнем, конечно же, с зачистки третьего этажа. Блин, капец, рад. На самом деле, вроде бы все хорошо. Не будем картать, но надеюсь, все так и останется. Поехали. Так, мы в бункере. Если вы новичок, обязательно лутаем вот это вот. Тут обычно едала, да? Так, вот еда у нас есть. Пока что она не нужна. Поэтому мы сильно не заморачиваемся. Для меня вам. Естественно, валим всех этих. У меня еще опыт. 57% вот я не знаю. Откроем сразу сундук за зеленые талоны, так как они набрались. Так, открываем. К сожалению, пальца у меня нету. Вроде бы сходил на ивент этот конвой, но пальца так и не нашел. Ну да ладно. Так, смотрим. Тут обычно глок. Да, вот глок, пожалуйста, бензин, аптечки. Аптечки мы возьмем. Глок пока нам не нужен, костюм тоже пока не нужен. Ну вроде бы все. Так, а вот здесь еще сейчас бьем потихонечку. Всегда убивайте на картах. Почему? Потому что урон больше. Со спины дали. Так бы он, я не знаю, поскольку по 26 что ли на уроне, то так 78. Вот талончик. Как раз может оранжевый доберем. Красный вряд ли у меня всего. 3. Ну, мы слепого охотника будем убивать. Надо скрафтить военный скин, это без проблем как бы. Надо зачистить третий этаж, убить слепого охотника, 15 токсичных толстяков. И еще 3 пса. Это я уже вырастил, 15 токсичных еще не убивал. Как бы сейчас бункер, потом военный скин. Я надеюсь, сегодня мы даже сможем порейдить. Так. Пила валим этих обязательно. Талончики, не талончики. В общем, третий этаж надо полностью почистить. Найдем немного оружия. Так, отлично, все. Полутаем ящики. Кстати, нашел гранату. Сейчас скажу где. В отеле, я так понимаю, на этом всегда падает. Там нужен взломчик первого уровня. Так, мы похаваем. Все отличненько. Тут на корточках я также всегда хожу. Сейчас попробуем. Да, ударили. Вот видите, 78. То есть, а так, допустим, сейчас вот на токсичном покажу. Она по 26 бьет. Естественно, лучше убить сперва вот этих. Похилимся, так как у нас умение есть в бункере, я всегда в основном использую вот эти вот оранжевые. В принципе, уже немного осталось. Так, тут у нас токсично. Оп. Бьем его. Давайте, давайте, ребяточки. Интересно, в бункере засчитывается токсично, по-моему. Нет, потому что я в прошлый раз убивал и что-то как-то не засчитали. Иди сюда. Давай, давай. Оп. Оп. Сейчас мы его быстренько добьем. Отлично, плюс опыт нам капает. 157 это собаки у меня там растут. У них у меня там есть такой опыт. Ну, плюс еще, конечно же, я взял так опыт 100%. И... да, и таблеточки. Таблеточки пока есть этот фильм, пока это поединки, то особо-то ничего интересного нет. Посмотрим, что здесь. Там стоит яростный гигант. Ему лучше, конечно же, не попадаться. Так, вот винтики заберем, воды попьем, так, все отлично, так, туалет, ну как обычно, блин, ну ладно, в бункере-то пофиг, конечно, здесь бы он не звонил. У меня все хорошо, так.
Возьмем еще самопал. Иван, ну иди сюда. Опять мы его постреляем, все, он сломался. И самопальчиком. Он целый. Конечно, лучше бы его разобрать, но да ладно. Для бункера чистый пойдет, чтобы не тратить глоки. Глоки нам еще придется тратить, но можно и самопальчиком. Как бы обычно я разбираю, но он был целый, плюс мне надо зачистить третий этаж, поэтому я не стал его в разборку кидать. Я, естественно, его взял в бункер. Вот он. Чуть-чуть осталось. Я не потому стреляешь. Все, он готов. Тут на красненький. Да, отлично. Посмотрим, может, мы зачистку наберем. Ну, конечно, вряд ли. Так бы открыть еще это. C4 с последнего рейда с неудачным, когда у меня всего было, у меня ничего не получилось. Еще и громила, блин, вонок. Хотя так-то это. Ну ничего страшного. Вот, пожалуйста, это потом все надо забирать. Я не знаю, как вы, я все забираю. Вот это в разборку, это в разборку. Так. Возьмем, наверное. Даже знаете как, и это вот сюда, стрела, конечно, мы начнем с этой штаны, наверное, мы поменяем. Курточку я тоже взял, но пока меня это не было. Так, открываем, и все, и сейчас мы ему еще и просто нас со спины готов. Так, это тоже сейчас талончики заберем. Так, увольняем еще вот этих вот. Ребятки, ну что вы там, давай, давай. Давай, нас уже подразделили, но ничего страшного. Так, отлично. Одеваем это, одеваем штаны, наверное, ботинки. Так, тут у нас что? Тут у нас опять сейчас пригодится самопальчик. Главное близко не подходить, иначе ё-моё вырубит сразу. При том, что, блин, я еще одет как бы. Да и стоял бы там, что ты идешь. Ну я и понимаю. Давай, Вася, уходи. Сейчас посмотрим, кстати, насколько нам хватит самопала, то есть он чисто на яростность будет. Одного мы уже это. Он там чуть-чуть надломанный буквально был. Давай. Ну, наверное, на 2-3-то нам точно хватит. На 2 нам точно хватит. Может быть, еще и на 3-го. Отличненько. Все, он готов. Уже 6 талончиков. Оранжевых у нас 20. То есть 5 добить. И, в принципе, нормально. Так, берем биту. Точнее, трубу. Да, да. Сейчас вот у нас вот они токсичные, не токсичные. Там сейчас потихонечку обещаем разглядим. На. Валил. Подпилимся, конечно же. Блин, если бы вот... А вот это вот что-то я не взял, я не взял монтировочку. Блин, тут еще два этих. А, наверное, мы сделаем это вот так вот. Дарить-то мне вряд ли его получится. Сейчас, конечно, я попробую. А, нет, и погрызли. Отлично, всего два таких надо будет тогда убить. Я думал, они, блин, еще все сагрятся. Нет, не все. Блин, скин, конечно, ломается, но ничего страшного. У нас есть простенький. Готов. Так, отлично, да? Сейчас мы жрачки подкинем. Так, тут у нас... Ну, это ладно, потом. Сейчас вот эти вот так вот. Таксики. Ну, таксики, в принципе, чего, идите сюда. Чувак, вот этого вот, или первого раз начал, вот херли ты постоянно переключаешься.
Так, отлично, отлично. Тут у нас яростный, не яростный. Так, как клан вот это. Угу. Так, и, пожалуйста, вот самопальчик. Сейчас с вот этим поиграем. Надо, наверное, подпилиться на его нафиг. Вдруг это достанем. Да, с Глока, конечно, было бы попроще, побыстрее, в смысле. Чем, допустим, самопала. Но, блин, зато Глок не тратится. Глока и урон там побольше, побыстрее он стреляет. Но самопала тоже можно, я не знаю. Для зачистки бункера, по крайней мере, третьего этажа, его чистить, я вам скажу, блин, я особо не люблю, как и четвертый. Третий, конечно, попроще, чем четвертый. Самое идеальное чистить второй этаж. Вообще просто идеал. Все забрали. Оранжевенький. Так, сейчас у нас там будут. Окей, так, сейчас зайдем посмотрим, что здесь. Здесь я еще могу открыть. Блин, дома противогаз, конечно же, нельзя. Хотя можно было. Так, о, монтировка есть. Блин, я еще цепь. Я думал, она нам нужна. А она нам даже не пригодилась. То есть мы ее нашли здесь. Талончик, да. Сейчас мы тогда монтировкой подходим вот так. Ну ломай. Монтировка сама. Да, иди сюда. Сейчас быстренько вот этот ход. Потом того возьмем. Отлично. Ну все уже. Нам, наверное, это получается какой уже по счету? Четвертый, по-моему. На четверых почти что самопала хватит. Он, конечно, сломается, но там глоки, не глоки, но в принципе. Вот последний раз, все отлично. Сейчас мы чуть-чуть отбежим, возьмем глок. Да? С глока, конечно же, быстрее вот оно, по 20 и все. Рисковать не будем с таким топливом. Там уже турельку служит. Прям хотит она мне. Так, тут у нас тоже есть такой. Который сейчас будет вот здесь от стены херачить. Бьем и отходим. Ой-ой, там сундук есть, цепя. Капец. Мы его не откроем с тем учетом, что взломщика у меня нет. Готов. К сожалению, ну там могла быть и гранатка. Поэтому прокачивать обязательно взломщика. Че, какой надо? Третий. У меня нет третьего. У меня только первый, к сожалению. Поэтому так, что там у нас? Что там у нас? Что там? Так, у меня еще есть труба, да, которую пока что мы переместим сюда. Естественно, сейчас давай вот этих быстренько. Да, я в курсе. Что ты меня раздел. Тут талончики, конечно же, соберем. А это залутаем. Тут постоянно еда, вода. То есть, такого ценного, конечно, я ничего не встречал, но, блин, пиво. Пиво мне не надо, так. Вот так вот, да, и наверное, блок. Так, почему? Потому что здесь у нас сейчас выбежит вот этот вот. Иди сюда. Да, я тебе говорю, иди. Давай. Сейчас мы его быстренько, потом завалим того яростного. И, наверное, сходим за стеном. До кого, да? Иди сюда. Так, зачем нам тратить аптечку, да, когда у нас есть такое умение. Давай, готов. Отлично, еще оранжевенький. Как раз пойдем за скином, мы, в принципе, откроем за оранжевый, посмотрим. Ну, там обычно 2-3 оружия, в принципе. На рейдах бы найти, конечно, вот, все, в принципе, можем уже идти, но пока что сейчас еще
Тут у нас есть такой вот персонаж. Возьмем-ка вот эту вот темочку. Оп. Давай по чуть-чуть, оп, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Отличненько. Все, он готов. Тут у него красненький, уже 10 в принципе набралось. Конечно, еще бы 10, убить слепого охотника, это еще плюс 10. И вообще, ребята, было бы отлично. Куточка читает, отличненько. Так. Тут у нас компьютер. Его мы открываем, убираем вот эти лазеры. Не знаю, мышка будет отображаться на видео или нет. Так, вот у него это, там у нас яростный стоит. Еще оранжевенький, отлично, сейчас. Оп. Чувак, иди сюда. Возьмем тебя. Так, там сундучок у нас еще стоит. Зачистка третьего этажа, блин, но не люблю, честно, третье. Да я в принципе не люблю бункеральку, ну как. Я последнее время как делаю? Я просто прихожу, убиваю слепого охотника, получаю 10 талонов и все. Все остальные оранжевые, зеленые, это, блин, там, сундуки, допустим, когда там что-то фармишь, еще что-то. О, красненький, уже 9 осталось. Ну, может быть, добьем, но вряд ли. Блин, я противогаз отдал, сейчас посмотрим. Так, ладно, идем открывать сундук за оранжевые талоны. Так, ну, здесь обычно я бункер, кстати, я сильно не одеваюсь. То есть, видите, немного простого, как бы. Так, это мы выбросим. Кепочка есть, мы тоже, наверное, выбросим. Так, смотрим. О, дробовичок, УЗИ, аптечки. Так, это сразу. Я сразу выкину то, что мне не нужно. Краска тоже не горит, как бы. Уже имеется. Желтую тоже я выброшу. Все остальное мы сложим. Это то, что я заберу с собой. Так. Теперь тут смотрим. Этот скин мы, естественно, сейчас с собой возьмем. Так, дробовичок я там тратить не буду. Так, тут там. Это мы с собой возьмем. Это и сейчас поем. Места. Так, огнестрел. Еще 3. В принципе, мне должно хватить. Если что, я как бы возьму с собой УЗИ. Потому что я ее не люблю. И для бункера альфа она, в принципе, нормально для зачистки. Так, ну что, продолжаем, да, идем чистить дальше. Даже, наверное, знаете, как можно сделать. Можно сразу, к примеру, это все одеть. Это одеть, это одеть, это выбросить. Это выбросить. Эту одежду я заберу с собой домой. Почему? Потому что, блин, ну, вот такие вот локации, допустим, как бункер, еще какие-то. Элементарно чистить удобно. Так, все, идем дальше. Так, ребят, мы пришли. Тут у нас кто, по-моему, токсичный. Да, вдвоем. Наверное, мы на них возьмем кувалдочку. А, нет, не два токсичных. А, нет, блин, два толстяка. Этого мы разорвали, иди сюда. Давай, берем. Еще раз бей. И еще раз бей. И еще разок. Так, давай, хилься, чувак, хилься, хилься. Это умение хорошее для бункера, я бы сказал. Да и в принципе, блин, и на слепом охотнике, и, допустим, всякие разные, вот, ну еще раз, может. Отлично, что, давайте сразу посмотрим, навык уже 110. Взломщик, о, второй уровень, ребята, это вообще охренительно, уже второй уровень, да, пассивный взломщик, да, мне остался третий, ну и супер вообще будет. Конечно, тут ящик я не могу вскрыть, потому что там надо третий, но мы посмотрим, если я добью, то может быть мы его и вскроем. Так, там мы бывали, да, бывали. Отлично. Что это такое? Там ящик выбирает, что ли? Да, смотрите, на мини-карте. Тут у нас... Кто у нас? Толстя, сейчас на урубанем потихонечку. На... Иди сюда, иди, иди. Еще разок тебе. И еще. И еще. И готов. Просто разорвало.
Опа, все, ты нам не нужен больше. Ты уволен. Так, так как у меня есть вот эти баночки, мы подкрепим все это. Я, конечно же, выброшу, чтобы роли она на меня не сыграет, если бы сильно не нужно. Блин, что-то жрачка-то. Ну, в принципе, нам платят. Там винтики, не винтики. Так, тут ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай вот так вот. Давай, сейчас. Сейчас что-то они все разом, по-моему, по мне херачат. Да, и ничего, что я за стеной стоит. Или вам пофиг? Ну иди тогда сюда, будешь за них отбиваться. Гнида толстая. Давай. Кто кого завалит, дай хрен, разорвем. Лутанем. В принципе, мы почти зачистили. Это сейчас справа комната, вот слева, и все, и третий этаж готов. Остается только слепой охотник. Это, конечно, брать пачку, собирать не рискнуться. Так, что, еще раз подкрепимся, и еще, все. Так, баночки, пень. Что-то тут у них здесь. Так. Зелененькие, да? Там, конечно, будет час арава, это вообще нужен только огнестрел. Спасет только огнестрел, ничего другого не поможет. Потому что там сейчас будет арава. Тут у нас, по-моему, яростный. Пускай пока стоит. Я даже не знаю, с какой стороны лучше открыть. Блин, ну можно было противогаз взять, я дома забыл. Там, блин, есть это. Вот они. Так. Знаете, мы как сделаем? Мы сейчас сделаем вот так. Берем спринт. Так, самолечение еще не дошло. По спину еще пока это. Так, эмочка. И, наверное, сюда мы возьмем зиму. Начнем, скорее всего, мы с эмочки, да? Здесь, потому что согрятся сейчас просто все. Тут надо бегать, тут не тут бегать. Огрятся вообще все. Куда? Беги. Блин, я тут думаю, что он там застрял? Там ящики. Так, бежим. Видите, сколько дохрена. Просто не может моя броня лишь бы выдержала. Давай, готов. Что там, три толстяка просто, три толстяка. На них у меня тоже это. Тут надо только вот так. Так. Потратим немного огнестрела, УЗИ. Давай, по 8 УЗИ, я верю в тебя, давай. Вот, одного уже ломили, все, этого в принципе можно и забить битой. Иди сюда. Будешь на них за всех отбиваться. Так, отхилимся чуток. Все отлично. Вольнули. Теперь пособираем талончик, естественно, красный. Блин, ну может быть, я, конечно, постараюсь. Если, к примеру, мне не хватит, я схожу за одной пушей. Ой, фу, блин. За противогазом. Есть там такое одно место. Очень хорошее. Где заходишь с противогазом, и там по-любому бежать талончик. Это я вам скажу очень хорошо. Так, аптечки у меня кончились, поэтому берем вот так. Сюда УЗИшку. Так, заценим. Что у нас в этом ящике? Батарейки, ткани. Как бы мне лично, мне оно особо не нужно. Как бы потому что есть и батарейки, и ткань. Если что, я ткань сам могу сделать. То есть вы, если хотите, собирайте. Вот. Молоток можно взять. Это для, блин. Пригодится нам, в общем, он. Так. Ну что, теперь вот этого вот сейчас будем болеть. Иди сюда. УЗИ может хороша с модами. Мне она не нравится, потому что она обычно мажет. Ну, сейчас что-то она не особо, я вам скажу, мажет. По 8. 16, 32 урона. Вот я раз нажимаю, 32 урона. Ну сейчас 16, 8. Давай. Готов. Отлично. Блин, смотрите, уже оранжевых набили 10. Кстати, скин еще более-менее такой живой, я вам скажу. Сюда не пройдешь. Выключить так это я не знаю. Вот опять талончики, блин. Что-то заберем, того, да, заберу и не играть. Смотрите, какой-то урончик, блин, до хрена-то добавляет. Так.
Сразу баночки хлоп. Замена, так сказать. Тут мы сейчас пройдем. Тут у нас стоит токсичный. Блин. Блин, ну ладно, иди сюда. Сейчас мы его по-быстренькому возьмем. А даже домой не пойдет. Так завели слепого охотника. Так. Вообще, по идее, надо бы, конечно, и домой сходить, потому что оружие. Так, забираем. Все, в принципе, вот, осталось нам буквально вот тут вот очистить. Двери открылись, это хорошо. Так, подкрепимся сразу. Кто тут у нас? Опять же, вот так. А, там еще и яростно, вы посмотрите. Ну, этого мы, конечно же, трубой забьем, смысл нам тратить 5 стрел. Вот яростно. Мы сейчас узишкой задолбим. Да падай, верно. Иди сюда. Не, УЗИ, блин, как бы, она у меня есть. У меня и в бункере лежит она. И, ну, блин, не особо она мне нравится, если честно. Может, она с модами хорошо, но так как я не чищу полицейский участок. Потому что, на мой взгляд, ты половину не отбиваешь того, что ты тратишь. То есть это, блин, на мой взгляд, ну, бессмысленно. Я сильно модами не увлекаюсь. Единственное, я хочу сделать глушаки, это калаш, это глок, эмка и дробовик. Все. Ну, там, по ходу дела, может, еще какие-то будут модовые, глушательные. Почти возьмем клей дома. Вроде есть, но давайте возьмем. Все равно по третьему тоже придется пробежаться. То, что не собрал, придется дать. Так, наверное, мы сделаем... Нет, новую мы не будем тратить. Мы сделаем вот так, да, чуть-чуть подпилимся. Потому что сейчас у нас будет... Сейчас они просто вот толпой эти таксики не бегут, да, естественно. Беги. Так, вали. Сейчас мы с ними быстренько расправимся. Все, в принципе, по идее, третий этаж должен быть очищен. Я вроде ничего не пропустил, все везде сходил, там еще есть ящики. Сейчас мы с вами посмотрим. Да, но зато взломщик теперь. Теперь есть, ребята, у нас взломщик. Вот я заберу, черная краска, вроде как это, более-менее редкая. Ну все, третий этаж, по идее, у нас очищен, да? Да. Конечно же, где-то. Вот он. И вот сюда вот нам надо противогазик, ребят. Противогазик, которого, блин, там можно взять талонов. Но мы все равно не наберем даже, блин, если идти домой, что мне еще 7. Там 7 в любом случае не будет. Поэтому особого такого смысла я в этом не вижу. Так, ну, давайте, наверное, пойдем. Как проходить к слепому охотнику, я не буду это все показывать. Как зачищать, не зачищать, покажу уже у самого слепого охотника, как мы его убиваем. Талонов нам все равно, блин, не хватит, это будет 23, надо еще 7. Ну, в принципе, все, наверное. Потом, ребят, я домой, естественно, сделаю бронь. Зачищу токсичных толстяков, если здесь они не засчитались. И, естественно, сегодня ближе к вечеру уже будет готов пройти. Так, ребята, ну чё, вот для слепого охотника. Чё, поехали его убивать. Я сходил домой, переоделся, взял еще знак. Так, ну, куда-то. Также сперва потратим дробовичок, потом немного блок. И, в принципе, у меня еще есть знак. Потому что я что-то не подрасчитал, думаю, блин, вдруг не хватит. Дробовичок, конечно, жалко, но, блин. Зато эффективно, я вам так скажу. Так, вот там лечение, которое, кстати, заменяет, допустим, ту же большую аптечку. И, в принципе... Так, давай. Отлично, ты мой хороший.
Все, на десяточку он отхавался и хорош. Как говорится, хорошего понемножку. Так, отлично. Ой-ой-ой, он быстрее, блин. Если он снесет, это будет вообще печаль, обида, блин. 75 урончика, ну нормально, в принципе, нам не успеваем. Блин. Так, отходим. И все, и дальше его расстояние хилится, дальше он на 400. Ну, вот птичечка. То есть сейчас еще 75 наносим, потом надо вот лютой. Отлично. Хотя могли бы, блин, и сразу, но я бы тогда не успел дойти. Так. Отлично. Да, орёт он. Все. Сейчас со спринтом подойдем сразу. Опять на десяточку отхилился и хватит. Все, в принципе, тут осталось как бы. Немножко. И он будет готов. Отходим в сторонку. Вот он ударил. Давай уже. Еще. Угу. Больше орешь. Вот сейчас даже больше. Не 75, а все 100 ему нанесли. То, что вылезло, вообще нехорошо, ну ладно. Сейчас глока его добьем. И в принципе на этом все. Тоже поставлю прям. Отходим, не понадобится. Все, ребята, он готов. О, кости с него выпали. Лучше бы узор с него выпал. Так, ну все, ребята. Такой вот у нас был сегодня. Печки перекинем. Блин, это все не пригодилось. Такая у нас была зачистка третьего этажа. Убийство слепого охотника. Два задания мы выполнили. Напоминаю, еще у меня псов, которых я уже вырастил, то есть задание. Я сейчас домой приду, естественно, сделаю броньку военную. Задание выполнено. И заодно посмотрю это. Сосчитались ли. Как они, токсичные толстяки, если нет, то естественно я пойду по красным локациям убивать их. Вот там мне осталось 14, где-то я одного уже чпокнул. Ну и на этом все, ребята. Не забываем подписываться на канал, ставить палец вверх. С вами был Лимон, ребят. Всем пока. Скоро увидимся на рейде. Пока-пока.